Діна Вонг, ти не вгадала, зараз у нашій студії зовсім інша людина. І ця людина зараз нам розкаже про те, як у Чернігові можна активно відпочити, тому що тут активіті дуже-дуже багато. Тож давайте зустрічаємо у нашій студії екстремала Олександр Михайлов. Привіт. Доброго ранку, Олександре. Доброе утро. Завжди раді бачити тебе в нашій студії, тому що знаємо, в тебе завжди є що розповісти і нам, і нашим телеглядачам. Спасибо. Тож, Олександре, вже нарешті літо. Нарешті такий, знаєш, для дозвілля, для активного дозвілля вже такий широкий загал можливостей є. Можливостей багато. Так, чим займаєшся саме зараз? Ми знаємо, що в тебе завжди ти з там якогось зліз з якогось там саборду, одразу сів там на якісь квадроцикли і приїхав до нас, потім знову пішов з мосту, стрибнув. Чим займався останніми днями? Где только какая машина была, получается. Ну, на самом деле сейчас класс. Вот лето, тепло, хорошо, правильно говорили, возможностей гораздо больше для активного отдыха в Чернигове, ну и в целом по всей Украине. Вот, на каждые выходные у нас проходит где-то 2, 4, 6 мероприятий, ну там плюс какие-то корпоративы. А, вот, получается, само да, недавно то, что было, это квадроциклы. Да, вот давно сотрудничаем с ребятами из села Барамыки. У них там несколько таких машинок хороших, резвеньких таких, пчелки. Вот, специально оборудованный трек. Это не просто ты вот сел на квадроцикл и поехал там, по лесу, не знаю, там шишки белок там давить, а тебя научат, расскажут, как правильно входить в повороты, как ну, там, прыгнуть своего первого трамплина на квадроцикле и при этом остаться целым и невредимым. То есть там трасса уже полностью облаштована? Да, да, да. Подготовлена вот, с зоной отдыха, под классно оборудованная площадка. Ну, в принципі, для всіх условий, для того, щоб отримати базові навики. Тобто людина, яка вперше прийшла, взагалі вперше побачила цей квадроцикл, може спокійно після інструктажу на ньому їхати, навіть стрибати. Ну так, да, там от спочатку прямо їхати, потім немножко вже поворачувати навчать, ну і вже в кінці там. Але з досвідом все прийде. Так, звісно, от саме головне це практика. Так, ну це правильно. А яку швидкість розвиває квадроцикл, розкажи. Вот тоже в зависимости от объема, какой квадроцикл, ну, получается, для новичковых просто прикручивает, ну так, чтобы люди где-то что-то не попутали, там, как говорится, педали, но гашеточку не пережали, вот, и не уехали там по трамплинам на Луну. А для них делают ограничения скорости, для тех, кто уже бывалые ребята, ну, приходят как в плане школы заниматься, там уже гораздо больше возможностей. То есть есть ведь школа, можно научаться профессионально. Да, 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 тоже вот в этих ребят, это Валера, он чемпион Украины по квадрокроссу, вот, или квадроспорту, не знаю, как это правильно называется, но так не сильно силен в квадроциклских терминологиях, и очень такой грамотный молодой человек, который, ну, просто практически первый источник, это получаешь вот эти вот все знания. Ну, еще такой механик от Бога. Если что-то где-то отпадет, сразу прикрутит и дальше отправляет. А окрім квадроциклів, у нас багато-багато різного ще є. Да, у нас много командных таких вот игрушек, ну, в плане пострелять. Пейнтбол, страйкбол, лазертаг. Классно, когда тепло, это, вот, знаю, вы знакомы с лодками-драконами. Гребля на драгонботе, тоже шикарно. Ну, наші всіми любимі прижки з моста в Чернігові. Кажем. Ой, розкажіть. Я от так ілонка мрію про це, так. А ти висоти не боїшся, ні? Я не знаю, ну, здається, не боюся. Ну, на каблучищах таких ходиш на підборах, мабуть, не з боїшся. З моєї висоти, то так. З твоєї висоти, так. Це ще вище, да, там мост 1,27 метра, наверное. Ну, як вода падає, то ще з вашими каблуками ще вище. Ну, так. Да. І не як, це страшно? Наверное, каждому свое. В принципе, вот я уже много раз прыгал, и не только в Чернигове, там по территории всей Украины, в Крым ездили прыгать, то вот наш маленький мост, он кажется уже таким скромненьким. А для людей, которые первый раз прыгают, то вот наблюдаем за этим всплеском эмоций у народа, то вы знаете, там некоторым очень страшно, некоторым, ну, просто как расплюнуть, говорится. Абсолютно разные эмоции. Все люди, ну, разные. Мы бачимо у Чернігові там навіть у костюмах стрибали. Зараз відео такі бачимо піжамки, на екрані, кенгурушки. Так, в піжамках. Тобто у нас є і досвідчені такі банджі-джампери, так? Да, ну вот это, поправлю, вот это вот роуп-джампинг, банджи, прыжки с, да, на резинке, роуп, прыжки там с веревкой. Это сложная система амортизации при использовании альпинистского снаряжения. Вот.
Ну и мы как бы вот это практикуем. Есть и в Чернигове группа ребят, которые тоже ездят по Украине прыгать, которым это интересно, ну и ограничиваются, ну точнее они не ограничиваются вот банальными прыжками, вот взял так прыгнул раз и доволен, уже выполняется какое-то акробатические элементы, ну там не сильно сложные, но все же. Вот тоже костюмы, велосипеды прыгают, там санками мы прыгали. Ну, как-то подвязываем к любой тематике вот эти прыжки. Тут взагалі стрибнути у Чернігові у нас можна з пішохідного моста, так? Да, вот именно в Чернігові з пішохідного моста, в Києві теж там несколько об'єктів. Мости поярче – это Житомир, Запорожжя, Кам'янець-Подільський, самый высокий мост в Україні, Бігуча Лань. А в Чернігові як часто? Де вас знайти? І як безпечно? По яких днях? Стараемся мы работать, ну как с точки зрения снаряжения, это 100% идет безопасность. Все снаряжение дублируется. Используются два карабина, которые выдержат по 5 тонн. Используются две альпинистские веревки диаметром 11 мм, которые выдерживают 3200 кг на разрыв каждая. Вот. Альпинистская система для промальпинизма, которая вверх и вниз. Ну, в общем, все дублируется. Как бы, ну, перестраховаться лучше. Да, вот. Ну и плюс опытные инструктора, которые на себе проверяют это все. Ты сделал навеску, ты первый прыгнул. Ну, это такое как бы золотое правило. Нема таких, знаешь, как с парашютом, что парни прыжки есть? С инструктором, так? Да, мы как-то и, ну, тоже и втроем прыгали, ну, три небольших девочки прыгало, но это неудобно в плане грузить в лодку потом. Угу. Получается, ну, в принципе, по... Але це можливо. Да, ну все возможно, ну как вдвоем прыгают люди, ну втроем уже немного сложнее, но тоже возможно, потому что, ну, я не знаю, сколько надо набрать людей для того, чтобы получить вот это вот 6400 кг на весе. А ви кажете, що ви це часто їздите на вихідні кудись, тож все ж таки, як часто вас можна знайти і побачити саме там із цими приборами для пригання? У нас, ну, Семарго это подразумевает не только Михайлова, а еще, ну, как бы, какое-то определенное количество людей. На прыжках у нас могут быть одни люди, на пейнтбол уводить другие, на драгонботы третьи, например. Но я, как бы, стараюсь ездить, ну, такие на мероприятия, которые по территории Украины. Вожу в горы, вывозим в Житомирскую область на скалолазание. И вот в последнее время очень популярный маршрут «Голубые озера» в Чернигове. Так, это, мабуть, найпопулярніший маршрут. Чем там можно заняться? Какие там активные отпочинок от вас? Классно сейчас так хорошо развивается инфраструктура и очень популярное место для отдыха. Наших горожан, людей, да, ну, даже с Беларуси приезжают. Недавно встретили там барышню, которая приехала чисто вот на озера с Одессы, вот, Житомирск. Ну, даже пройти, посмотреть по номерам машин, то можно увидеть практически там всю Украину. Сейчас там есть прокат каяков, прокат стендап паддлборда, ну, SUP, серф, который, да, такой вот очень популярный, наверное, в мире вид серфинга. Там есть троллей, крутонаклонная переправа, тир есть, волейбольные, футбольные площадки, ну, в общем, все, катамараны, все для того, чтобы обеспечить классный досуг. Мы обычно набираем группу людей в Чернігові, там это может быть 20-40 человек. Я знаю, вы також навіть взимку ездите туда. Да, зимой тоже достаточно клево. А взимку вы там чем занимаетесь? Каток, лыжи. Ну, это классно, когда есть снег, но когда снега нет и льда, уже сложнее немного. Ну, самое, наверное, яркое это там чан. Который, ну, закарпатский чан, который тут привезли за Закарпатье, установили его там в бане. И тоже очень народ нравится. Ну и всегда шашлык такой, наш наркотик. Свежий супчик с відвідувачів. Ну да, щеловетинки. Ну я правильно зрозумів? Люди просто в цьому чані просто сидят и варятся. Да. Ну вот, варится это так, громко сказано, наверное. Ну температура, по сути, чем холоднее на улице, тем вот температура, которая там 36, там 37-38 градусов, она вот внутри очень даже комфортная. И иногда приходится, ну, оно же все постоянно огонь идет, даже снега подбрасывает для того, чтобы немного охладиться. Ну, ведь так. Ну, плюс баня всегда рядом. Зрозуміло. Так, закалятися. Ну, да. Можно и закаляться. Ну, не знаю, холод не сильно люблю, как бы, мне больше такой теплолюбивый. Так, расскажи про найближчі плани, куди поїдете? Вот завтра мы едем такой большой, ну, наверное, большой организованная компания, практически 40 человек, на Шацкие озера. Озеро Песочное, озеро Свитязь, Волынская область.
Це каньйони оці? Ні, це Ташатські озера. Це озеро Світі, саме глибоке озеро в Україні. Там, по-моєму, 57 метрів глибина. Вони знаходяться возле, ну, границя Польщі, Білорусі і України. От, так, я бувала там не раз, я знаю, місто. Як там все відбувається, скільки там теж активіті різних. А ви туди їдете, ви що там будете робити, чим займатися? Ну, напевно, навіть серед нас, як би, ті, хто організовує цю поїздку, це йде більше віддих. Там, ну, так сказати, як би народ, кожен предоставлен сам собі, це грубо сказати, наверное. Ми з собою Чернігова беремо сабсерфи, беремо байдарки, тож там воно все є, але зато це мобільне, це наше, ми вже скільки захотіли по времени, стільки це. Ми приїжджаємо, ставимо, ну, селимося в кемпінгі, в палаточках, все як би по-настоящему, готуємо себе кушати в котелках туристичних. Ніякого фастфуду. Ну, наверное, можна і фастфуд, но далеко біжати придется, получается. Вот. Ну и уже развлекаем себя, каждый как чем может. Плюс есть там прокаты велосипедов, есть экскурсии по озерам. Это ж не просто одно или два озера, там их 27 где-то, ну, по-моему, до 30. Ничего. Это такая, да, большая система озер, и некоторые из которых соединены каналами. Можно на байдарках по этим каналам плыть, можно на велосипедах, куча экологических маршрутов. И, наверное, одно из таких вот самых привлекательных – это рыба. Такой огромнейший рыбный рынок. Там, печеная, жареная, вареная, таранка, ну, все там, что может быть. Есть еще такая местная фишка – это угорь. Правда, безумно дорогая, но невероятно вкусная. Цікаво, цікаво. І скільки ти, от, ця подорож розрахована по часу? Тиждень чи, можливо, там декілька днів? От у нас же зараз грядуть вихідні такі длительні. І ми стараємося так, ну, два ночних переїзди, три повних дня і дві ночівки там. Ну, тобто 5 днів, скажімо. 4 візьмемо, тоді отак от 4 округлимо це все. І, ну, тому що людям вже треба на роботу йти, не во всіх там відпуск, а ми робимо так, стараємося, щоб це було максимально доступно для народу. И комфортно в плане, ну, не только финансово, но еще и можно было один день отпроситься на работе, не брать там несколько дней, ну, чтобы все были довольны. А на Закарпаття не збираєтесь, можливо, там у гори кудись? Так, конкретно на Закарпаття вроде бы нет, но едем, получается, опять восходить на Гаверлу, ну, традиционно на День независимости Украины, вот мы уже делаем Гаверла, потом, не знаю, либо гора еще Попован, либо Петрос, может, во Львов заедем. Ну, Карпати там, то, наверное, ще вообще сложно себе представити. У нас дуже мало часу залишилося, і, до речі, наші колеги також збираються на Гаверлу зайти. І скажи в двох словах, це важко на Гаверлу підійматися? Ну, якщо хорошо к этому правильно подойти, то нет. Ага, так, ну що ж. Ще погода много чого зависить. І я думаю, наша Аліна Клименко все ж таки підготується правильно з нашим оператором Дмитром, і вони дістануться на цю Гаверлу, і все буде в них добре. Олександре, дякуємо, що прийшов до нас. Я думаю, ми побачимось з тобою ще там чи на пішохідному мості, чи у стрибку з мосту. Десь ми з тобою побачимося. Дякую, що прийшов. Будемо раді вас бачити. А наша програма продовжується. Літо настільки гарна пора, що можна займатися і спортом, і активним відпочинком будь-де. І наступна наша рубрика підкаже вам, де можна позайматися трішечки собою та своєю фігурою. Не перемикайте.